ну, там, смешные ответы. Здесь надо конкретно рэпчик хуярить. Чисто, ну, там, наваливать, так скажем. Бля, ну, текстом или, блядь, так наваливать? Ну, просто текстом. Ну, можно... Краска. Там вот тебе вот задают вопрос и говорят, в какой форме, в каком падеже и так далее написать. Mm-hmm. А потом... Бля, а если я в школе не учился, я в падежах не шарю. Не парься, я-то такой же. Там часто пишут вопрос, на который должно слово отвечать. Mm-hmm. Да, но иногда. Короче, смотри, Валера, и у тебя, ну, вот сверху должно быть, там ник, название комнаты, вот этот, ORGB хуяришь, и вниз ник просто ставишь, и все. А кто у нас еще не зашел? А сейчас, я еще не зашел. Давай. Давайте, заходите. Йоу, залетай на рыбалку. Ты что, в начале заготовку пишешь, наконец, предложение, а потом в ответное предложение следующее, и все. Типа, состоит текст весь из 4 строчек. И первую и, получается, третью ты добавляешь только одно слово, которое стоит в конце. Да. А вторую и четвертую строчки нужно писать самому, чтобы оно рифмовалось к первой и третьей. Да. Понял, короче, Валера, если что, тебе очень умные люди сидят. Сейчас он еще раз расскажет, не парься. Я запустил, все здесь, правильно? Все 7. Зритель. А, зритель зашел. А, как кто кто? А, это Даня? Похуй. Сейчас он будет писать нормально. Сейчас накидает, ебать, рэпчанский, хорошо. Сейчас Батя должен против MC Пиздюк, я считаю. Все, дайте слушать Валерию, пожалуйста. Я занял чьё-либо место. Так, подожди, а что, я нихуя не слышу вообще? Там где-то на фоне какой-то Артас говорит. Ща. Я сделал. А ты сам... Да ты слышишь, нет? Значит, как все пройдет? Мы Валерий, вас попросим написать слово минус. Или фразу. И то, что вы напишете, будет стоять в конце первой строчки это, типа, вашего рэпа. Объясняют. А вы уже придумываете вторую строчку, которая рифмуется с первой. Мы проделываем это дважды, и получается четверостишье. Мы их слушаем, а потом голосуем за победителя. Кстати, для меня вы все победители. Спасибо. Ну что там, Шэдоу? Пускай разрушает город. Виноваты это роботы будут, но не я. Где-то мои любители хип-хопа. Готовы к батлу? Да! Готовы ли вы к батлу? Отлично, погнали. Все. Мы каждый сейчас по слову будем, типа, в общий куплет это рифмовать? Не-не-не-не-не, у нас пиздилка с другим игроком. Дуэли. Если есть проблемы, жмите на кнопку помощи. У тебя, типа, пиздилка с другим игроком будет, Валер. Вот у тебя будет написано, твой соперник сверху, где ты смотришь в этом, блядь, где ты пишешь, в браузере. Там соперник, Настя, будет написан. Что такое междометие, быстро? Это вот эти ой, ах, всякое такое. Понял. Восклицание. Одно слово только нельзя там, ну, как бы, там можно, слова. Можно и два. Ну, может получиться что-то странное. Бля, уже хуйня какая-то получилась. Не ладно, парься, да. Это нормально. Первый раунд это всегда хуйня отвечает тебе, Валера, не парься. Барахама-то у меня, блядь, по русскому языку, сука. Да не парься, ну ты же украинец, слушай, какие тут вопросы. Ну да. Не парь, ребят, не парьтесь. Если ошибаемся, не парь. Это Настя только меня подбуливает, что я хуёво пишу. На вас не распространяется. Я вообще между этим, блядь, стоит. Вы уже написали половину? Если нет, то поторопитесь. А где время вообще? Чё я не вижу? На стриме 53 секунды справа. Понял. Подожди, как сказать, я вообще выкрываю конспект. Муза покинула. Можешь выбрать, чтобы текста написали за тебя, но тебе может не понравиться. Сразу говорю. Вообще. Сколько там времени еще? 20 секунд, 15 секунд. Посолите, поперчите и на выход.
Что за хуйня вызвать поезд? Это забей, это хуйня. Просто, интерактив такой. Да. Ситуация следующая. Так, ну-ка. Смотрите сюда, народ. Первые два робота-батловика готовы начать. Не отвечаю, Даня сейчас ебешит. Зритель против Артёма. Да. А я просто кто-то офигел. Что там Даня выдаст? Да, там Даня пиздец разъёб всегда выдает. Ну-ка. Мой рот работает, как маленький Артём. Ого, да. Ооо, хорошо. Я готовлю псина. Потому что я ее не узкоглаз. Понимаю. Жестко. Я понял тебя. Круто. Теперь твоя очередь. Твоя очередь. Что, псину? Даня зашел, смотри. Я крайне упрямый. Упрямее, чем свинья. Но взор мой острее, чем у ястреба. Немножко есть. Развязки я не буду двигаться. Я буду действовать всем наперекор. Сейчас смотри, Валера, ты голосуешь за того, кто тебе больше понравился в браузере. Окей, бля, я проскипал это. Да, не парься. Что то хуйня, что это хуйня, если честно. Ну, это нормально, это нормально. А кому бы пойти играть? А так и играем. Да. Так и играем, реально. У нас а, не, вообще есть голосование, да. Да, ну все, убирай, кого хочешь. А кто второй был? Ну, блядь, Руфус и зритель, второй Руфус был. Вы не забыли проголосовать? Блядь. Да, убирай, похуй, выбирай, кого хочешь. Ну нахуй, 6 человек. Бля, ну в Даню въебалось. Ну Даню просто пэм. Ну разъёб. Собаку видно. Вот он наш победитель. Собаку а чё, а бабки нахуя тут? Типа, а это очки. Очки. Брат, это на вылод. Опа, варенье, оба. Так. Варенье. Мы будут играть, не злую фею. Со своей рифмой я немного хуею. Оу! Рифма острее, чем тиса. Ага. Я люблю малолеток, надеюсь, это не увидит тебя. Хорошо. Да чё вот это ты? Эти пидорасы говорят. Типа повтор к ним. В мою честь назвали планету личность. Твои рифмы настолько уродливы, что я не могу на них смотреть. Я слышу ритм, я выхожу веселым. Из бара с твоей сестрой. Первый же протисыка лучше. Протисыка как будто лучше. Теперь расскажите мне, кто был белым овощем, а кто крутым яйцом? Не, Валера. Не, Валера, навалил. Вообще, есть батл восхваляющий. Типа, кто лучше восхвалит друг друга. Ну это надо заранее договариваться. Время для голосования. Правда, 50-50. Нормально. Ну, Валерий, с первый раз играет, накинули десятку. Все правильно. И сделаем. Следующего батла. Где эти двое рэперов? Что это у нас? Любимая мама против Хифуми. Опять драка. Битва титана. Мои внимания противно, мои панчи мерзкие. Так ты думаешь о словах лестные? Я никогда не встречал противника, которого не мог бы убить. Люблю яблочный сок, кстати, ты. Воу! Там время поджимало. Так у меня то же самое сейчас увидишь. Там тоже про яблочный сок. Как следует. Ну почти. Когда я говорю «эй», мне отвечают «йоу». Я заливаю этот рэп, как у Эминема Флоу. Краду эту битву, словно граблю полицейский участок. Ну ты гейт. Я бальдею бомбу. Последний я не писал, кстати. Что за фигня, я другой писал. Это подстава какая-то. Закончили. Время голосования на ваших девайсах. Ладно, Саня, за тебя. Не, ну у Сашки жестко было, но у меня даже скин черный. Ты веришь, что ограбил полицейский участок? Одобряю. Давайте-ка узнаем, кто что думает по этому поводу. Блин, опять все куплено. Тогда все куплено, я уже давно сыграл. Все куплено. И вот победитель. Поздравляю, детка. Сейчас, Рома, с тобой зафайтимся, ебать. Давай. Блять, а у меня хуйня полная. Так у меня тоже. Так у меня тоже хуйня. Я вообще весь с Бастой против МС пиздюк. Так быстро, что все зовут меня Гепард. Нихуя. И выделываю швабом. Я хуй знает, я нихуя не придумал, блин. Я посмотрел в кривое зеркало. А? И понял, что я не понимаю юмор. Стендап какой-то вышел, блядь. Готов врезать ему в ответ. Вперед. Покажи свой. Ну это залупа.
Я по колено в рифмах, скорее неси бидон. Ну-ка. Я налью туда твой рэп, он такой густой, словно клей за... Ну это хуйня, да? Я новый Райан Козлик. Ага. А ты старый гей. Просто оскорбление, это стендап звучит. Я предлагаю никого не говорить. Вообще, ноль рифмы, ребята. Батл завершен. Используйте свой рифм, чтобы определить, кто был лучшим МС. Можно хотя бы же пытаться. А мы тут, я пытался. Я долго думал, блядь. Но ты не пытался. Я старался. Я думал, но потом понял, что осталось 30 секунд. Выберите кого-то. Бля, Виталий, мне кажется, блядь, это самый худший, бля, был. Ну, 5 голосов, нихуя. Нормально, он выиграл, да. Это просто потому что, ну, вяленький, да, рэп был, ну что поделаешь. Вы все сами видите. Блядь, и вяленький у меня персонаж, нахуй, просто, блядь, по классу. Пошел-то хотя бы это. Давайте начинать следующий. А сколько раунда вообще? Три. Давайте-ка посмотрим на циферки, узнаем, кто кого побеждает. Ну, Настя на первом. Я вообще-то нет. На, зритель на первом. Ну, Даня, разъёб. Настя на втором. О, время снова пишем. Писать. Ну и фигня, ладно. Тоже хуйня, реально. Блин, ребят, у меня тут такое сейчас идет. Вторая строчка разочаровала. Бля, ну я вообще тут, короче, ну, не, абсолютно неправильно. Тут падеж показывает, но я вообще будем путь. Ничего не парься. Осталось около минуты. Вперед! Так хорошо начиналось. Можешь использовать кнопку «Придумать за меня», и мы за тебя... Да, я просто придумал. Я в четверг день не смог в конце придумать. Я вообще, я читаю, вот видел меня сейчас на учительницу по-русскому, она бы мне пятерки ставила, какого хрена ты мне попутал, не шпите? Давай, меньше слов, больше дела. Такая рифма идеальная, вообще. У меня с первого класса тройки по-русскому были, отстань такую. Я просто придумал, я, если честно, бля. Если же какой год у меня не посмотришь, у меня всегда по-русскому в году тройка была. Мы в России живем. Баста против Билла, Руфус против Билла, МС пиздил против зрителей и Ори. Мы, собственно, и собрались. И все это ради бабок, конечно. Первый батл. Раскачаем же все здесь. Раскачаем. Муха Баста против Билла. Ну, у меня хуйня. Последняя придумана не мной, самая последняя строчка. Потому что я уже хуй знаю, что там было. Прекращай говорить, мое лицо не мой. Потому что я тупой гном. Блять, ну ладно. Если будешь в нокауте, не будь таким злым. Важно только то, что нам весело. Ну последний-то я нажал, блять. Это типа уже хуйня какая-то была. Я, не тратим время. Двигаем далее. Нет. Моя очередь. Приступай. Ну-ка. Я мастер игр, которые тебе нравятся. И это картек, я рискую, но думаю, что рифмы капуста. Это типа вообще такое себе. Я езжу на Порше, а ты на я закажу за тебя малиш. Это лучше, чем целоваться. Я так думаю. Блять, я вообще нихуя не понял. Да. Окей, здесь битва завершается. Ладно, Виталий, блин. Девайсы, чтобы проголосовать. А почему у зрителей один?
Потому что кто-то сидит, это Даня снова. Ты его аккаунт? Да. Он сам себя поднимает деньги. Я твой единственный зритель. Да, да, да. Буквально. Йоу-йоу-йоу, $250,000 поднял, нихуя. Бля, в крипту надо вложиться, Виталий. Что говоришь, бля? В крипту надо, говорю, вложиться. Надо, конечно. Показать свой флоу. О! Любимая, он против Рус. Есть кто-нибудь дома? Дароу. Приехал твой любименький сынок. Оу, мать! Голову не теряй, ты схват. Все равно не удержишь, поскольку он уже и у меня. Хуйня, говорю. Ничего так, идем дальше. Первые две норм были. Твой выход. Ну так. Ну он к маме реально приехал, ребят. Ну-ка. Теперь беги домой и плачь, заедая кексом. И башит натуральным пенисом. Когда я думаю о тебе, то вспоминаю слезы. Грустно видеть твои рифмы на эти вопросы. Йоу, блядь. Ну, блядь, вторая, ладно, вторая хорошо. Спасибо, спасибо. Погнали дальше. Ну, Артём сыграл имя противника, я считаю. Время подобрать свои девайсы и проголосовать. Приехал к маме. Теперь нам нужны ваши голоса. Вот кто эти два человека? Кто это, признавайте? Два зрителя! Это все куплено, ребята. Продолжаем. Ля... Где мои ощущения? Идите сюда, пора начинать. Кто там я? Со зрителем. Ебать, Даня раскидал, наверное. Не говори, что дети называют тебя Гладом Балакасом. Ведь лежишь ты под корягами. Блять. Ты боишься? Я нихуя не... Скажи это моему доктору. Если я скажу, что мои слова дерьмо, это будет рифмой. Блять, залуба какая-то. Блять, матрасом написать было бы. Вторую хуйню не писал. Твоя очередь, приготовься. Четвертое предложение. У меня нет жалости, но я могу дать тебе холодольничек. Потому что там есть пивасичек Сис. Сис. Просто огроменный. Как моя херовина Обич. Блядь, хуй же. Окей, окей, браво. Вижу, ты шаришь. Я тоже хуйню зачитал. Окей, окей. Теперь берем устройство и выясняем, кто на волне, а кто в ней. А кто в ней? Я уже забыл, что у нас было. Как обычно. Как обычно, хуёво всё. Время выбора. Время сейчас. Было вроде у меня. Ебать, я даже выиграл нас, серьезно. Это рандом. Ты пришел, ты увидел. И да, ты победил. Пиздец, его хуй. Следующие два робота-рэпера. Давайте пошумим. О, сейчас жестко будет, давайте. Марини против тука. Давай, Лера, зачитывай. Парень, раньше ты был гибкий презерватив. Выводил всех шипучек и парней на позитив. Какие рифмы преступления против мамочки искупал. И в нем как окунь ты обосрался. Окей, окей, спасибо, спасибо. Теперь двигаемся дальше. Двигай, твоя очередь. Рэп не твое. Займись лучше рисованием. А ты имеешь явные проблемы с ритмованием. Для тебя бизнес, а бизнес ведь мерзкий. Явно поможет тебе Виктосельский. Отлично. Ваш гонг пробил. Голосование покажет, кто. Ну, Валера тоже там неплохо было. Да там что-то с третьей строчкой я обосрался. Ну ничего, нормально. Как рифму делать? Там вопрос неправильно наводящий, там надо показать хотя бы пример полный, ну типа. А вот. Не знаю, мне ни разу еще не было, что падеж не сходился с написанным. Походу Настя тоже вкладывается в крипту, ребят. Мои поздравления. Все правильно делаю. Хороший батл. Самое время узнать результаты. О, нихуя там баста держится.
Не, ну Виталий тоже там на пятки наступает. Да я охуёво, охуёво, ребят. Там вот только... правильно, всё, ничего не... А, ну охуеть, что ли? А, мы с тобой пиздимся. Ну-ка, я тебе сейчас фасты покажу. А ну-ка, я чисто хэппи. Какой ну хуйни мне даст. А, вот и нет, с дизами нафигачил, ладно. Ок. Предлог это по типу над, под, и вот это вот все. Половина вашего времени прошла. Ну давай так. Даже дом не... город никто не разрушает. Не успевают, блять, времени на это нет. По факту. Все, даже стараться не буду. Да. Что ты? Знаете, что можно нажать на кнопку «Придумать за меня» и игра зарифмует за тебя, да? Я предполагаю, что, возможно, переводчики фигово адаптировали всю эту... Напишите что-нибудь, сражение. У нас кончается время. Я вроде норм всегда все было. У меня тоже, но вот в этот раз мне написали, типа, винительный падеж, вопрос, что? Вы видели это? Там вообще не подходит. Что не батл, то бомба! Опа! Окей, вы выглядите так, будто готовы. Докажите так, а это на деле. Мы с... Не, по-моему, мы не с Настей. Да, да, да. Да, мы последние будем. Ну, у нас там гиганты, если... Ты выглядишь заинтересованным. Я не боюсь просить помощи. Ты разве не слышал? Я не могу оттолкнуть. Оу, да. И вот так, дети, я познакомился с вашей... Хорошо. Спасибо, народ. Двигаем дальше. Концовка хороша, Артёма уруби. Собираешься дать ему уйти королём? Ну-ка. Никто тебя не любит, твои рифмы вероломные. Я зарифную всё и веру восстановлю. Бля. Ты так важно ходишь, будто снялся в бригаде. Ну, а у тебя осталось только серенада. Бля, ну... Жёстко, жёстко. Про бригаду. Окей, браво. Вижу, ты шаришь. Вижу, ты шаришь. Время кого-то выбрать. Голосуйте. Я за сосочки. Не считаю, я за сосочки. Ты просто хочешь, чтобы он ими подкрутил, я знаю. Всё верно, всё верно. Ты как будто снялся в бригаде, это хорошо было. Надо было и улицу разбитых фонарей еще приблизить. Ну это подкрутка вообще. У нас есть победитель. Тут можно одну строчку в конечном. Хорошо, где мои следующие двое МС? Все по вашему. Варенье против зритель, ну-ка. Ты не так уж горяч. Ты обыкновенная ебаная пум. Тебя легко отъебать, подойти и сказать, что у меня есть... Это хорошо. У меня есть с... Забудь про свободу, теперь ты моя шкура. Валера, ну ладно. Валера хуярит вообще бомба. Валера, бля, прям агрессивно, агрессивно. Ты в курсе, что сейчас твой заход? Ну-ка, Даня. Я мыслю про деньги, а ты про папики. Берегитесь, медведь. Ты подходишь ко мне. Ты должно быть стрёмная. Я написал это сам без чьей-либо помощи. Нет. Йо, не тратим время. Двигаем далее. Двигаем далее. Йо, пора заценять. Используйте ваше устройство. Йо, Валера пиздец агрессивно. Валера пиздец. Если бы ещё не электрический повтор, была бы вообще имба. Да ему пуху было. Да пуху, нормально, нормально. Жёстко было, проскума реально сошла. Время.
для голосования. Там все, Валера, все бабки мира в крипту вложится наконец-то. Все, Райан. Ну, а туда все бабки мира. Нихуя там ответил. Снова позориться нахуй. Вот нормально, он наш победитель. Пошумим его честь. Ну-ка нахуй, давай. Новый батл, новый МС. Ну-ка. Любимая вам. Это каноничный ивент. Тебе маленькие часы. Твои стрелочки на циферблате мелкие хуи. Бля, нормально. Слабая ты не ранишь шифею динди. Она слишком трушная для твоих бинг-бинг-бинг. Это было типа круто, но ты явно можешь лучше, чувак. Йоу, что на это скажешь? От всех твоих рифм я хочу хохотать. Хорошо. И все твои атаки буду отражать. Ебать! В серии Звездных войн ты был бы R2-D2. Опа. Если бы был чуть меньше и более смешный. Блин, Артур, вот так. Окей, спасибо, спасибо. Теперь двигаемся дальше. Я бы хотел быть Артур. А сейчас время ваших голосов. Бля, да тоже. Начинайте жать на кнопки. Не, ну Саня красиво засчитал. Я считаю, на Саня дать победу. Я даже не старался. Вы не забыли проголосовать? За воебоны можно не проголосовать за тебя. Да не голосуй. Да я даже не знаю, кто у них Саша. Я тоже. Ты, блядь. Поздравляю, у нас есть победитель. Если вы напишите какой-то... Эй, сейчас тут лучший из лучших. Узнаем, кто из них номер один. Ну-ка, Виталий, давай. Блядь, титаны рестлинга собрались. Там я послушаю срочку. Я тебе проведу в Казахстан. Ага. Там уже тобой займется султан. Ой, ладно, ладно. Это мой пинок тебе в сердце. Моя грамматика — это боль для тебя. Бля, ну ладно. А было написать, это боль для твоего сердца. Точно. Где следующий бот? Бери микрофон и займись делом. У меня там помарочка. Нормально, нормально. По морде твоей видно, что в школе прогуливал литературу. Сироту.ру. Иначе бы печатал рифматуру. Ты был бы хорошим личным уборщиком. Жаль, даже для этого будешь лишь бездарным чмом. Бля. Похоже, и семейные драмы, бля. Почти у всех это оскорбление. Блять, я проголосовал за Настю, ладно. Я не хотел участвовать. Я проголосовал, блять. Блин. Это, к слову, потому что все куплено. Виталий, ты мой человек всегда. Ребята, это типа, вот вы понимаете, вы уже автоматически все это делаете. Вон, все в носике, блядь. Пиздец. Отличная работа, йоу, Эй, смотри под ноги, чувак. Настолько большого-большого пальца ноги я никогда не видел. Большого-большого пальца ноги. Все прошло круто. Давайте же узнаем, кто победил. Ну, Настя тут очевидно. Он вылезла. Наш победитель. Ебать, почти лямцы. Хотя бы часть выигрыша пойдет на ремонт нашего бедного города. Шадоу-мастер отчаливает. Свободного места вся равно не все. Я ничего не ломала, ничего не знаю. МС пиздюк, не, я на четвертом даже. А, Виталий, надо какую-то другую игру. Да, конечно, надо. Что-то какая-то залупа пункта. Конец вообще. В самом начале это еще было прикольно, а потом, блядь, как-то это грустно. Блядь. Ну, город злых рифмов. Че говоришь, Дань? Не, я, наверное, сейчас просто буду наблюдать. Ну, да давай, что ты? Не, мне тут надо просто дописать, ну, мне завтра рано вставать. Ну да, да. Ой. Меня там чел пишет в Дискорде, поздно уже в крипту, раньше нужно было. Такой там, блядь, весь прикол, что нахуй. Ложишься, потеряешь. Бля, ребята. А это, блядь. Ну её нахер. В имбу пойдем? Вопрос. А что за имба? Какой из? Та самая, бля, ребята. Ну, можно. Со словами? В имбу, ребят, в имбу. Все, запускаем имбу, ребят. Ну это имба, это вообще, это разъёб. Опять сочинение писать с точками, Настя, я... Я, блядь, помню, как я нахуй точки, блядь, и просто писал. Восклицательные знаки, я сейчас тупо скобочки буду ставить. Заходите. А можно трансляцию, пожалуйста, чтоб я ник подобрал? Можно, конечно. Заработай.
Рых. Вон зритель зашел. Ну, ибо тут даже на 10 человек. Я должен сказать, что теперь вы можете менять настройки и изменить из игры. Добро пожаловать в 90-е. Сейчас, подожди, 7, да? Кто-то не... А, Дань, ты не зайдешь, что ли? Все? Не-не-не. Точно не зайдешь? Все. Я запускаю тогда, ребята. Я просто точка, блядь. Так и должно быть. Да-да-да-да. Привет, дорогие кандидаты. А можно пропустить этого? Нет, у нас новые игроки. Потрясающую работу. Yeah. Если вы не поняли, я здесь босс. Но представляю себя как друга. Босс-друг. Воды? Кто-то уберет. Вы все хорошие кандидаты. К сожалению, вас целая куча, а работа одна. Это огромный стресс. Для меня. Сейчас это доиграем, наверное, и закончим. Тоже спать надо. Эволюционный процесс найма. Я проведу собеседование для вас всех и попрошу вас друг друга судить. Ух, мне уже стало легче. Верочка, почисти календарь. Пора познакомиться с кандидатами. Первое правило босса. Я беру на работу только самых близких друзей. Так что узнаем друг друга. Я отправлю вам вопросы разогрева. Отвечайте, как хотите. Правил нет. Кроме одного. Напишите более 5 слов, ладно? Страшно. Чем больше ты говоришь... Скобочка. Я вас убью, если вы будете это делать. Я никогда больше с вами... Не точек, пожалуйста, и мягких с твердыми знаками тоже не надо, пожалуйста. Рома, вот я тебя тоже прошу, как человека. Ладно, я буду писать. Спасибо. Запятые не забывайте. Бомба больше запятых. Как называется штука, на которую катаются? Самокат. Это, блин, велосипед. Ролики? Скутер? Машина? Ты решил этого Супермена вспомнить 90-х? Таня, специально для тебя. Только в одном месте 4 точки и 5 точек. Все, больше ничего нету. Даже 5 точек. Все, больше ничего не было. Спасибо. То есть это вместо ответа точки? Да, там просто точки. Там вопрос одинаковый у всех? А кто-нибудь скобочку да. поставил? Ну там у каждого по-разному. Бывает. Рома, ты в следующий раз азбуку Морзе точку тире, короче, ставь. Бля, давай Саня дай точку тире, друг другу будем общаться, нахуй. Двоичным. Я только единственным проявил. Отлично, поместим в нашу картотеку. Взорвался нахуй. Блять, такого кринжа. Нам кринжи накидали стопудово.
Теперь мы друзья, и я отправляю на ваше устройство острые вопросы для интервью. Но вместо написания ответов вы будете отвечать на вопросы, используя слова других участников интервью. Впечатлены? Жмите на любое слово, чтобы добавить его в ответ. Если вы ошиблись, нажмите снова, чтобы его убрать. Вы можете перетаскивать слова и менять их местами. Не можете подобрать нужные слова? Тогда скажите что-нибудь другое. Первое правило босса – сделай хотя бы что-то. Ясно, 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 ясно. Каждый раз ору с этого. Да. О, сука, точно. Да, понятно. Спасибо, ребята. Что-то не так. Походу на мои ответы наткнулся. Иди в жопу тот, кто это писал. Тик-так, тик-так. Сейчас здесь отключили. Блять. Полная залупа. Саня, у меня слова, у меня немного запятых. Реально, вы руините просто всю игру. Не, ну если на мое попался, ну сорян, я же говорю, первый раз играю в это, что я просто вижу, что вы тут больше текста пишете, надо было тоже, наверное, ну бля, сорян, если чё. А текст надо по максимуму писать. Бля, я наоборот по минимуму написал, думал, ну как бы. Ну я так и понял, я вот вижу, этот, посмотрел на весь текст, в принципе, там как можно больше разных слов нужно писать. Да, кстати, это прям обязательно. Да это мы уже эксперты, мы-то сами когда... Да, это мы просто это уже... Прошедшие через точки и... Блядь, она... У нее уха нету. Эффективность безумная, это путь к успеху. Эффективность. Точка. Умно это быть к успеху. Надя придумал. Такая фигня. Закончите свой ответ, пока время не закончилось. Ну поваринник, давай. Да я, блядь, не могу слово найти, сука, второй раз его. У тебя 5 секунд, Валера. 3, 2. 2. Всё. Похуй. Я. Не подведите! У вас есть так. Какие-нибудь вопросы к нам? Конечно, есть. Встал, покушал, знаю, возможно, я лошадь. Лучше а тут Гитлер или Пинс? Очень Гитлер. Блядь, ну ладно. Блядь, я даже вопросы не читал, которые они там сверху писали. Пиздец ты, Рома. Ну, я надеюсь, что там это... Я просто смешные фразы придумал. Даже скрепка живая. Так это та самая скрепка. Из Windows XP, блядь? Да, да. В ответе вы можете использовать практически любое слово, которое есть на вашем устройстве. Тут больше Гитлера или пиццы надо ставить, реально. Вопрос серьезный. Если бы вы могли изменить в себе что-то одно, что бы это было? Что там написано, я не вижу. Мастурбировать, 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 пи-пи-пи, мастурбировать. Саня, это ты? Или кто это просто? Сейчас узнаем, блядь. Все проголосуют и узнаем. Мастурбировать нету. Мастурбировать, мастурбировать. Сука. Хуже. Ну, это Санта. Энергетик.
Подождите, то есть ты Саша Питерс вслал, там мои эти хуйности попались. Это ты, Виталик, тоже мразь со своими пипи. Так, а так там, Сашка, блядь, у меня тема нахуй. Назовите, как цыплята бы ворковали между собой, блядь. Что за ужас? Черный нежить на пенсию хотелось бы. Уход на пенсию должны принять закон запрети, короче, самым мудрым. Пенсию хотелось бы. Как это так звучит? На пенсию хотелось бы. Виталий, это сделать. Нам должны запретить выход на пенсию, блядь. Как вы относитесь к служебным... О, бля, вот это у меня было. Второй это пиздец. Второй это хорошо. Второй это пиздец, ладно. И там мои слова. Так и справа тоже, там моё, блядь. Я бы плакал в катайвере. Фокус, фокус. Палит комплект. Ебать. Блять, там кот проголосовал за Валеру, блять! Что вы ищете в наставнике? Блять. Ладно, пацаны. Фури кота. Давай. Что ищете в наставнике? Фури кота. Хотелось бы выйти специально для Саня убийц. Выебать специально для Саши убийц. Блять. Фури кота, в которого пописали, что? Почему? Давай, спокойной ночи, Данька. Какого кота? На, главное не забыть пописать. Блять. Не, специально для Сани. Награждается разнообразие изюминка бизнеса. Ты текст писал специально для меня? Для Сани, специально для Сани. Ну так убийц, реально. Старый дед, мы заканчиваем, еще отправились в больницу, еще Певчанский. Так, чтобы добавить в ответ, нажимаем на слово или пив-пив. Как-то... Блядь, Певчанский вроде у меня был. Да. Виталик, я так понимаю, все твои ответы ко мне попали, потому что одни существительные, блин. Блядь, отправились на самокате. Ищем Певчанского. Разница между командным игроком и волком-одиночкой. Да, люблю пиццу куда-то. Би-би-би-би-би. Красивый фонарный столб обоссали, и все равно минус палец. Это типа командная слева этот, блядь. Волк-одиночка, люблю пиццу, кудах-тах-тах. Пи-пи-пи, блядь. Эй, ты, Саня, ты битва легендарная. Саша расстроился, блядь, одно и то же, а тут нахуй. Имба вылезла из этого, блядь. Блядь. Куда Сатар, блядь? Вот это меня больше разнесло. Вопрос Артема, конечно. Ты а чё у него там? Ой, блядь. Ты, блядь. Ну вот вы реально отбиты просто, я не знаю. Так я в этом просто на кнопку тыкал, я просто тыкал, я даже не думал, я так просто в... тыкал. Так в этом и суть юмора, блядь. Нет, блин. Если вы такие рандомные слова, не факт, что получится смешно. Эй, Рома, у меня компьютер сломался, из него хлеб какой-то с землёй. Да, тостер, или как там это называется? Почини его.
Отлично. Содержание пробное близко. Я все думаю, что на английском, наверное, это было бы лучше, потому что по-английски уже помнит поддержание. Сообщаю вам о том, что половина вашего времени это прошла. Это касается того, что до этого было, кстати. Воображение. А теперь ненавижу. Согласен. Ой, как ровно. Нихуя себе. Сердечко. Вам стоит поторопиться, осталось мало времени. Кстати, это все считается вашим инструктажем. Спасибо. Сидец. Так. Точка. Второй раунд интервью. Теперь я хочу понять, как бы вы справились со сложными рабочими ситуациями. А что, Виталий, кудах-тудах или пи-пи-пи? Помните, конечно, конечно, все сделал. В ответе любое слово, которое видите. Попробуйте взять слово. Так это было бы вообще хорошо. Используйте его несколько раз, нажимая снова и снова. Так. О, пи-пи-пи, кудах-тах, так у меня. Я обосрался. Вот это слова. Это часто используемые, блядь. О, у меня угромы слова. Разве сортировать можно? Блять, я полную хуйню написал. Прошла половина вашего. Ну мне не стыдно. Индивидуальность. Никогда не арахис. Блин, у меня кто-то нас услышал. Индивидуальность. Никогда не арахис. Саня, кудах-тах-тах или пи-пи-пи? Или мастурбировать? Мастурбировать. Ясно. Ошибочность? Чувство это мое. Жизненно, кстати. Любимая мама, Руфус и зритель. О, кудах-тах-тах все-таки захуярилось. Пи-пи-пи. Время почти вышло. Ой, блядь, давайте голосовать. Почему? Вот это сам цыплята, почему не у тебя курицы говорят, если цып-цып-цып цыплята говорят? Да я, блядь, загуглил даже, что говорят цыплята, блядь, там написали пи-пи-пи. Что? Ленивый задрот кусает за попку на мотосамокате, очкастый хули. Знакомого взорвется, взлетает со взлетной полосы и пи-пи-пи, фури порно. Вы устроили знакомого в компанию, пи-пи-пи, фури порно. Блядь.
50 на 50, блядь, Виталий, нахуй, пиздец. Там, там такие варианты были. О, охуеть, радостный босс. Все использовали, всех наградили. Прекрасно. О, приходите мы. Пи-пи-пи, куда так, так что? Тебе всего лишь майонез, а Виталика фирменной красоты танцую. Я пойду в Baldur's Gate и перетащи собака. Охуеть. Всего лишь майонез, а Виталика фирменной красоты. Скряп? Опять скряп? Опять его с двух сторон будут. Что это самый гибкий вывезли, чтобы... Насаживать. Ну, ладно, ладно, хоть не фатально насаживать-то. Блять, да я ебал нахуй этот Baldur's Gate, блять, в момент с лагерем, сука, будь он проклят трижды. Ой, блять. Синергия! Всего лишь майонеза Виталика. Блять, это мое, кстати. Про Виталика. А, нет, про Виталика не мое. Запятую мою взял. Директора есть роскошная уборная. Директор в отпуске. Что вы? Срать, 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 срать! Подрочить, подрочить! Трахнуть, трахнуть! Выебать, выебать! Отпеха, чемпион победил! Уборная фирменный! Уборная фирменный, жаришь ушко, еще добавить майонеза Виталика. Первый идеально, нахуй. Извините меня, а что трахнуть и подрочить, что там сделать? Чемпион победил. Даже вопрос, что вы будете делать? Чемпион победил, блядь. Саня, это ты, блядь. Ну да. Синергия. Сука, синергия, блядь. Вареника. Бля, ебать, Валера. Все говорят, кинулся. Это шоу, которое вы никогда не видели. Прямо сейчас скажите что-то по поводу вчерашнего выпуска. Так, так, так. Срач штаны, особенно когда они в доспехах императора и за рулем. Телешоу я бы, блядь, купился, я до мисси, да. Блядь, я нахуй не буду голосовать, пизду. Ну, в принципе, на телешоу реально срать штаны, особенно когда они в доспехах императора и за рулем. Примерно там такую хуйню и говорят. Это РНТВ включаешь, и там вот примерно такие же сюжеты. Самые шипи. Да, да, да. Император за рулем. Это не телешоу, это программа, это не телешоу. Похую. Ну, вот открой эту тай. Любимая мама. Я, блядь, купил себе домище. Требует, чтобы вы приняли запрос ее друга в соцсети. Как вы отреагируете? Охуенно, теперь пойду за свои деньги в спячку. С корешами посидеть, с корешами поговорить, водочка с корешами, йоу-йоу-йоу, и хуй. Я как будто... Не которые составляются из слов, которые сам ты пишешь, я не могу понять. А там можно посмотреть, будет, это, как закончится игра. Блять, не настрою я писал основ. Там увидим, увидим, блять, те тексты, кто писал какие, блять. Мои пи-пи-пи-пи тоже увидим. Теперь пойду за свои деньги в спячку. Срать, мастурбировать, что сейчас будет? Посидеть с корешами, поговорить о запрете и попробуй хуй собак принять глазками. Михаил охуенный и красивый, я видел вчера в кабинете детей голыми. В кабинете детей голыми. Михаил ребенок, я понимаю, да? Блин, что? Детей голые, призрак ребенка, блин. Михаил, дружелюбное привидение. Михаил, охуенное дружелюбное. Какой ужас. Блять, второй охуенного. Блять. Чьи дети голые, блять? Чьи дети? Дети Сашины, блять, а голые Валеры, блять. Ой, блять. Как вы отреагируете? Срать, я срать, уже забыл, срать. Чем мне было. Вообще по приколу мне снятся охуенный кадр. Варёных детей. Пчеловоды, как кожаные люди. Девственник? Вообще по приколу мне снятся охуенный кадр варёных детей. Пчеловоды, как кожаные люди. Девственник? Варёных детей, блять. Блять, а пчеловоды как кожаные людей, нахуй, зрите. Я запятую чуть-чуть.
Это из игру надо, блять, в всех больницах запускать, реально. Сука, нихуя не поменялось, блядь. Мой мама, она... Вы понимаете, это вообще ненормально. Это нормально, за. Это ненормально. Это не похуй. Я отрицаю свою попечку. Не, ребят, это смешно. Это не смешно. Это страшно. Это, если что, тут один текст, напоминаю. Рыбка. Эй, вы, половина вашего времени истекла. Я какую-то хуйню написал, блядь. Вот дайте бабушку плюс $500. Закончите свой ответ, пока время не закончилось. Пи-пи-пи куда-то. Компетентность? Закончите тележки. Чего? А почему там птички? Ну, компетентность, вот. Мне даже не нужно ничего читать, я знаю, что все прекрасно. Да все охуенно, дрочить, мастурбировать, хуй, вот это вот. Любимые слова в этой игре. Это финал. Кажется, мы про что-то забыли. Ваше резюме? Да и хуй с ними. Может, моя вина. Мой ящик залезла крыса и забрала все себе. А, сейчас выбирайте. Знаете что? Мне не нужны резюме. Просто закончите личную карточку, которую за вас уже начали. Yeah. Это ваш последний шанс сделать... Рагу из овощей. Я хочу вчера обед я сделать. Я хочу вчера пи-пи-пи, куда кто-то. Последние первые впечатления. Виталий чемпион, Виталия победил, алкашки, гей. Что-то лучше... Скобочка. Скобочка моя. Эй, вы, половина вашего времени истекла. Она чуть не умерла, она убила, блять, игрушку, пиздец, ребята. Профессионализм, добавьте, присоединяйтесь. Добавьте, присоединяйтесь. Итак, так. Время работать. Я не верю. Я не верю. В тебя теплых впечатлений грибы. Я верю в фокус-покусы, я бы взял котика алкашки. Я не верю, Виталий чемпион, работа продается алкашки. Гей победил котика. Я считаю, пи-пи-пи должен победить. Я не верю в себя. Ну это Настя писала, судя по всему, не верю в себя, теплых впечатлений и грибы. Это Настя стопудово. Отвечаю. Ну да, да, но мы с Настей сразились. Вам одобрили щедрые бонусы за голоса. О, пи-пи-пи, да. Кто написал пи-пи-пи? Я написал пи-пи-пи, блядь. Сам. Это чисто моя фишка. Я верю в волка, а не друзей.
Сколько волка не обыскивайте, каждый мило, мило угугу. Классный кожаный диск. Я не верю в чувища, где кожаные фрилансеры. Кожаные фрилансеры. Люди, вы просите нормально играть в эту игру, а вы пишете. Так я стараюсь, я в этот раз старался, типа, ну, нормальное составил. Не гы-гы-гы-гы-гы. Друзей, обыскивайте каждый милого гу-гука. Нечетное количество означает, что три сильнейших кандидата сразятся между собой. Нихуя. Я верю в самоубийцу на Украине вместо вареных псина. Мастурбировать как псина петушиных вареных яичек, ага. Я верю в пролет хот-доги, человека дерут руками собак. Время спать, встал, хули. Я верю в огромный дом, прям домище. Я не верю, гулять конфликт в среднечерноморском, срать чеки не я. Я верю в самоубийц на Украине вместо вареных псина. Пиздец, я не верю в мастурбировать как псина петушиные вареных яичек. Что это, блядь? Я верю в огромный дом, прям домище. Я не верю в гулять конфликт в среднечерноморском, срать чеки не я. Я верю в продают хот-доги, человека дерут руками собак. Время спать, встал хули. Блядь. Что за пиздец? Вареных яичек. Обращайтесь. Мастурбировать, как псина петушиных вареных яичек. Пиздец. Блин. И это все. Это моя любимая часть работы. Блин, текст сейчас будет. Кто победил? Ну, Сашка, естественно, там, блин. Санил Дима. Он вообще не заработал за этот раунд. Саня ничего не заработал за этот раунд, но он просто разъебал. Получает... Саня, красава! Ребят, он отдаст работу. Он сказал, отдаст работу. Забирайте. Ну, хуй знает, что-то не хочется у кулера работать. Ну, кулер хуёво, да. Лену уволили. Мужской голос. О, давайте тексты. Точка, посидеть с корешами, поговорить с огурцами, с хлебом, водочкой, и хуй попробуй, не психуй, колораж огурца, йо-йо-йо, это Ника Черножоп. Снимай, 19 раз, серьезно, блин. Дальше, что там? Любимая мама, ебать, видел вчера охуенный снег, джингл баллс, так сказать. Видел детей, которые обоссали красивый фонарный столб. Отлично. Дальше. Хорошо. Следующее, давай. Точка. Я бы взял котика и нашел бы пенсию у дедушки. Гаддэм, Виталя победил, Виталя чемпион. А продавец алкашки гей. Вымпел, блядь. Рома. Дальше. Что там еще, блядь? Покажи. Зритель. Птицы с руками могли бы воровать и использоваться вместо дронов самоубийц на Украине. И в средние века еще мастурбировать. Даня, хорош. Даня, выбрал имбовое слово в конце, чисто, чтобы нас собирали. Да, блин. Давайте дальше, что там? Любимая мама, он взлетает со взлетной полосы, лишь за рулем не было Абдулы, двигатель не взорвется, и ты улетишь, негр грязный, ладно, чистый. Сука. Блять, ну-ка. Дальше. Да все, дальше, заебал. Баста, пи-пи-пи, 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 да ты чё, пи-пи-пи, куда-то, вы чё, куда-то. Блять, почему здесь нельзя все ответы, блять, посмотреть, это было бы охуенно. Пи-пи-пи. О, охуенно, теперь же я друид, я могу впасть в спячку на всю зиму, и потом выйду из нее и пойду играть в Baldur's Gate 3. Жах Альсина, как говорится. Ну, блять, мне кажется, все нахуй. Или чего? Нет, там еще будет с тобой тут. А, не, все. Косинский, что поговорить с огурцами, блядь. Хлеба, водочка. Да у тебя там что-то самокат, дед больница. Самокат, дед больница. Заебись. Я прав, Артём? Да. Самокат, дед. Ебать, видел вчера охуенный снег. Да у нас тоже адекватные, почти. Ну, блядь, ну у меня тоже мужики адекватные. Да, у меня тоже адекватные. Да, пи-пи-пи-пи-пи. Да, очень адекватные.